Дамы и господа, мои, здравствуйте, сейчас в турнир пойдем, а пока рекламка, вау, донат, ссылка в описании будет, ребят, цены смотрим сами, ориентируемся, заходим, покупаем, рекомендую. Донат сервис проверенный, а то спрашивать, проверенный нет, уж год рекламирую. Так, категорию А оборона держит, но это фантастически, феерически. Вот такая оборона. Злая. Вот такая у меня атака сейчас будет. Один крест у нас, помним, да, был? Сегодня третий день. Пойдем в бой. Попробуем. Покусаемся. Так, что тут происходит? Столько камней, грех залить просто. Надо собрать, короче, 9 камней, наверное, и не выеживаться. Вот так, за один ход. Прикольно. Ладно, давай. За один ход 9 камней. Так. Людвиг разгоняет, да? Давай желтый возьмем. Блин, как бы аккуратненько-то сейчас, чтобы она не зарядилась вот так. И я думаю, в лоб ей прямо и пульнем снарядом. Тых, 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 тых. 1200, да? Там мультяшка, это опять с ульты, которая снимает усиление. Так, давай вот так сделаем. Вот эта связка у меня работает примерно... Нет, не это. Короче, неинтересно. Релиев качал. Он еще тот танк получается. Релий. Это такая птица, которая воскрешает. И она в единичку может урон снизить. Вот, короче, бронерезом Кириллом срежешь атаку им. И они почти все начинают по единичке урон наносить. Прикольно получается. Мне вообще зашло. Нравится. В пакет долбит соперник со всей силы. А у него урон единичку. И 4 хода там практически. Прикольные тапки получаются. Так, вот такой вот соперник опять, да, по центру. Он что-то там делает, если ты ману делаешь, кстати. Как бы это опасностью не вышло. Так, желтых, смотрите, валит. Валит не в себя. Ой, влетело. Ну, давай вот это. Не комби, пожалуйста, сильно, сильно не комби. Но мне надо 3 брать. Блин, сходил, сволочь такая. Замедло пропесочил. И тому подобное. Давай его снесем. Так, диспелим это дело. Похилились по-царски, да? 23 хп. Чем сдуть? Нечем. Надо либо фиолетовым, либо синим, либо желтым. Ничего нету. Похилить, да? Ну давай желтый вдруг снизу замкнется. Эх, перелетел чуть-чуть. Загвоздочка вышла. Так, нормально жахнуло. Так, Кирилл, у меня, ты, надеюсь, на отрядах стоишь? Блин, походу не на отрядах он стоит. Вот так один возьмем. Стоите. Сгорели! Так, атаку подрубаем. Броню ставим. Да что такое, я ее добить не могу никак, эту Милену. Она хилит и усиление. Блин, все хреново. Давай еще через центр прокинусь. Очень больной кусь. Кусь сделал мне. Так, Милена, сдохни, пожалуйста, а сегодня. Хрен-то там. Пятер находит, да что ты будешь с этой Миленой делать?
Так, хилимся, бьем. Камни начали подъезжать, да? Фиолетовые. Давай соберем их. О! О! Ух ты! Так, так, так. Она, надеюсь, не убьет. Поэтому давай мы ее примем. Блин, желтые улетели лишние. Да ни хрена себе она долбанула. Че сумасшедшая долбит. Это зря мы потеряли, конечно, бойца. Так, желтых надо много-много желтых. Вот здесь. Атака срезана, живем. Опять один хп недобитый. Да что такое? Какая интересная игра. Один хп да недобит, один хп да недобит. Так, желтый один камешек надо. Или синих три. Два. Так, похилимся. 100% к хилу. И хлоп, Кириллушку. На шишот хильнули. Ой, синий пришел. Ну вообще тащим, ребят. Давай ей в лоб кинем, может, что придет. Ну, этого слона, конечно, победить тяжело. 1400, 2300 жизни. Ой, зарядился я опять. Фигачим. Забрали. Так, кто еще? Ну, ё-моё. Даркфизер. Ладно, давай попробуем так же еще разочек. Давай, кристалл. Взорву. Тихо, пожалуйста. Я прям в Даркфизера буду бить, хоть у него и меньше половины. Будем добивать эту тварь. Вот так, да, давай вот это сделаем. И аккуратно вот здесь. Оп. О, пойдет. Так, так, нажали. Так, он ходит, можно в него прям кинуть. Ну, нахрен, что-то сделал. Что-то сделал, да? Давай, взрываем. Ну, Полянка, сноси их всех. Выжил, да? Так, тут главное, чтобы это раньше всех не сдохло. Мы сначала так похилим, потом вот так похилим. Шал отлетел. Тут не отлетела она, да? В общем, все равно завершаем. Хлобысь. Кто-то жив. А чё, как он выжил, непонятно. Миньона не пробили даже, да? Ой-ой-ой. Еще раз ультанет, да, по нам? Нет. Ну, смотрите, какие интересные бои у нас получились, да? Блин, опять эти твари редкие. Так, ну продолжим, попробуем, ребят, утками шестикамневыми погнобить. Не вижу я шесть камней опять. Камни-то вроде есть, но где их искать? Вот это можно кинуть, да? Либо вот это в бок кинуть. Так. Тебе даже желтый еще один надо найти. Давай вот с этого хода начнем. Нету, да?
За много-много ходов можно собрать. И тут нету. Ну все. Конечная. Подъезжает. Нежданно, негаданно. Бабку. Бабку выстегнули. А я не взял эту миньонщицу, которая миньонов делает. Без нее же этот тапок не играет. Я что-то ребят глюку дал, конечно. Ёшкин кот. Можно было, кстати, он там желтый собрать. Что-то я тут решил ускориться. Попробовать. Накидал. Да, тут без вариантов. Я если бы даже 6 собрал, да, не победил бы. Какая оборона отличная у человека. Вот же надо было одну убирать, хотя бы утку, и Настю ставить, типа. Вот так, погнали. Последний бой раскатаем. Нет, опять не раскатаем. Щиты поставит. Ни хрена дала. Че он так воспринял-то наш урон? Так, ну это прикольно. О, желтенькие. О, желтенькие. Так, держи подачу. Держи миньона в пачку. Держи водокачку. Кто купит билетов в пачку, тот получит водокачку. Держи. Всех издуло, короче. Вот так этот тапок должен работать, по идее. Вот так должна утка заряжаться. Вот так она должна добивать. С 850 урона даже. Ну что ж поделать, второй дублик. Сам виноват, неправильную оборону, атаку опять взял. Скрипты победили. Кто не любит, извините, слово скрипты. Удачи, ребят. Пока-пока.